Петрозаводские дорожники устроили пикет у здания управления государственного предприятия «Мост». По словам протестующих, им не выплачивают зарплату с октября. Сотрудники готовы приступить к работе лишь после получения заветного СМС-сообщения от Сбербанка. По словам дорожников, сначала они хотели объявить голодовку, однако от этой идеи отказались. Около 400 сотрудников «Моста» и без того голодают уже 3 месяца. Зарплаты не видели с октября. Ну вот и поэтому как бы собрались, что даже на Новый год нету подарков детям купить. То есть денег нету вообще абсолютно. На встрече с новым исполнительным директором предприятия работники сообщили, что возобновят уборку дорог только после получения своих кровных. Как рассказал новый руководитель «Моста», до конца недели предприятие получит около 16 миллионов рублей от своих должников. Деньги сразу же переведут работникам. Но это не точно. Устная договоренность. То есть, как бы, ну, не могу я их юридически закрепить никак. То есть, как бы, ну, если бы я говорю, там я сидел на кнопке, то я бы вам гарантию дал и видел, что у меня только, ну, сюда цифры перетягают, а из одной компании в другую, но, к сожалению, как бы такого нет возможности у меня. После пикета на улице представители инициативной группы работников зашли в здание управления. Там протестующие планируют находиться до тех пор, пока не увидят хотя бы части своих денег.